Сколько же городов побратимов у Харькова? Цинциннати, Нюрнберг, Лилль, Зянзинь, Болонья и Варна. 6. Лично я ни в одном из этих городов не бывал. А вы? Неужели так быстро? Вы готовы? Вы готовы ответить на наш вопрос? Скажите. Познань и Цинциннати. А, вы знаете, с одной стороны, Цинциннати, это правильно. Познань действительно был когда-то, но с распадом Советского Союза это не стало. Подумайте еще, может быть, какой-нибудь город вспомните. Какой именно? Побратим с Харьковом. Нет? Нет. Пока еще нет. Я подсказать, честно говоря, не могу. Вы сейчас уйдете, подумайте, можете прийти еще раз, хорошо? Хорошо. Окей. А, вы готовы ответить, да? Прошу. Значит, три города знаю. Цинциннати, Нюрнберг и Познань. Так. Вопрос у нас звучал, хотя бы два города, да? Вы назвали три. Правда, Познань все-таки. Мы специально здесь находимся для того, чтобы... Да, ну, как бы это хитрость маленькая. Сейчас Познань не является городом побратимым. Это было до распада Советского Союза. Но все равно вы ответили правильно совершенно на вопрос. Вы были в каком-нибудь из этих городов? Нет. А хотелось бы? Хотелось бы. В каком из них именно? Нюрнберг. А почему именно Нюрнберг? Нравится название. Вы могли бы сказать что-нибудь хорошее нашим зрителям? Просто от души. От души. Значит, что я могу сказать? Смотрите телеканал «Симон». Это самый лучший канал. Что я могу сказать? Потом, живите в мире. Радуйтесь жизни. И вообще, всего вам хорошего. Спасибо. Мне ничего не осталось, как вручить вам прекрасный приз от акционерного общества «Инвестор». Вы можете поштучно вытаскивать, показать нашим зрителям. Это чай «Амати». Спасибо. Прекрасный чай. Это печенье. Довольно-таки вкусное. Я пробовал. Что-то подобное пробовал. И натуральный сок, чтобы вы были здоровы. Спасибо. Водку не пейте, сок пейте. А я не так, я не пью. Молодец. Окей, спасибо. Всего хорошего.